Переход на цифровое телевизионное вещание на Брещине не за горами. С 1 января 2015 года аналоговое вещание канет в лету. Но уже с 1 июня этого года, то есть через два дня, желающие иметь в наличии цифру могут воплотить свою мечту в реальность. Меньше всего на данном этапе эта тема затронет пользователей кабельных операторов. Смотреть любимые программы на любимых каналах можно будет и в цифре, и в аналоге, если не приобретено соответствующее оборудование. Чтобы не гипнотизировать взглядом телевизор, мучая ни в чем не повинный пульт, необходимо заблаговременно именно позаботиться о подключении к услуге для просмотра любимых ТВ-передач, предлагаемые республиканским унитарным предприятием «Белтелеком». Речь идет, конечно, об IP-телевидении «Зала». Мы предлагаем всем нашим клиентам обратить внимание на возможность подключения услуг «Зала» и проводной «Зала», и эфирной. Проводная услуга цифрового телевидения «Зала» доступна всем, у кого есть телефон дома. Эфирная «Зала» может быть предоставлена тем абонентам, которые принимают сейчас телесигнал на комнатную или наружную антенну. Это прежде всего дачники, это жители сельской местности, то есть те, у кого либо нет телефона в доме, либо он находится далеко от наших узлов передачи данных. Базовый пакет эфирного цифрового вещания «Стандарт ТВ» включает в себя 26 каналов. Его стоимость порядка 35 тысяч в месяц. Второй вариант – пакет «Премьера» с 45 каналами стоит около 53 тысяч. Для того, чтобы стать зрителем телевидения «Зала», необходимо обратиться к специалистам сервисных центров «Белтелекома» напрямую или позвонив по номеру 130. Процедура установки оборудования, которая позволит заняться пассивным отдыхом, стоит недорого – 36 тысяч белорусских рублей. Оформить договор и подключиться к услуге цифрового эфирного телевидения «Зала» или цифрового проводного телевидения «Зала» можно в сервисных центрах «Белтелеком». Договор бессрочный. Оборудование и для проводного телевидения IPTV «Зала», и для эфирного телевидения «Зала» мы предоставляем бесплатно на время действия договора. И в случае выхода его из строя мы его меняем бесплатно. Главное преимущество нового цифрового вещания состоит в высоком качестве транслируемых каналов. Поэтому, чтобы сполна насладиться хорошей картинкой, любителям мелодрам, детективов или теледебатов, нужно заблаговременно позаботиться о переходе на цифру.